Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Чем просто и недорого накормить всю семью? Предлагаю вам сейчас просто идеальный рецепт в одной сковородке. Это овощное рагу без мяса. Да, оно будет без мяса, но оно будет от этого очень вкусное тоже. Попробуйте. Мне понадобится небольшое количество простых доступных продуктов. Я сегодня рагу буду делать с молодой капусты. В принципе, можно брать любую. Просто с молодой капусты оно еще даже быстрее готовится. Понадобится картошка, лук и морковка. Ну и давайте же приступим. Лук нарезаю небольшим кубиком. В сковородку наливаю 1 столовую ложку растительного масла. Отправляю лук обжариваться. Морковку нарезаю соломкой и отправляю к обжаренному луку. Обжариваю все вместе, помешивая. Картофель нарезаю в произвольной форме, но не мелко. Отправляю картофель к овощам. Обжариваю все вместе, а пока все это обжаривается, нарезаем капусту. Капусту тоже шинкую не мелко, достаточно ее просто нарезать. Картофель немного обжарился, все хорошо перемешайте. И сверху, вот сюда на картофель, выкладываю капусту. Прям вот так вот сверху, одним слоем. Больше ничего перемешивать не нужно. Доливаю немного воды. Много тоже воды доливать не нужно. Капуста еще даст сок. Где-то примерно 70-100 мл водички. Закрываю все крышкой и готовлю это блюдо примерно где-то 20 минут. Первые 10-15 минут ничего не перемешиваем. Ну, вот такая красота получается. Пробуйте, готовьте. Просто, вкусно, недорого. Получается полная сковородка. И готовится быстро. Кому понравится рецепт, подписывайтесь на канал. Здесь много простых, доступных рецептов на каждый день.